Здравствуйте, вот такой вот электродвигатель хочу прозвонить сейчас. Это вот от токарного станка по дереву. Ну вот тут соединение звезда, просто это, так соединили тут, все клеммы сломаны. И вот сейчас ставим мультиметр в положение 200 Ом и будем прозванивать. Вот эту пару, 8,9, эту пару, 8. Ну, то же самое почти. И вот эту ту пару. 8 и 9. Ну, одинаково. Так, теперь вот здесь глянем. То есть здесь должно половина быть. Примерно. Ну да, так и есть. Ну, это посмотрели. Вот оно. То есть все в порядке. Примерно половина. И вот сейчас прозвоним его на 2000 килоом. Вот она земля, болтик. Опа. Смотрите на показания. А он на землю звонит. Значит, что-то случилось. Ну-ка, другой. И другой звонит. Вот, пожалуйста. На землю звонит. Значит, замыкание. Будем разбирать. Начинаем разбирать. Забрал. Снимаем. Будем глядеть. Что? А вон, все в воде. Вон, смотрите, электродвигатель мокрый. Вот вода. Ну, сырой электродвигатель. Вон, даже... Вот она, вода, он капли даже. Ну вот поэтому и бьет на землю. Ну будем сушить. Сейчас протру его и будем сушить. Я разобрал электродвигатель. Вот у меня обычная сушилка для обуви. Вставлю ее вот в статор, вот так вот. Вторую половинку, думаю, вставлять, не вставлять. Наверное, не буду вставлять, потому что она... Здесь вот сильно нагревается, а вот здесь слабенько. И вот так вот ставится в обувь. Ну, попробую, может быть, на час, на два. А потом ее, наверное, уберу. А так будет сутки. Статор будет вот так сушиться. До полного высыхания. Сейчас снимем патрон с вала. Вот такой у меня съемник самодельный. Сейчас посмотрите, как это я делаю. И сделаем ревизию подшипников. Это надо сделать обязательно. Вот смотрите. Чтобы не портить вал, я могу вот здесь крутить. И он будет сниматься. То есть вал будет вращаться. И там все равно смазка, там шарик от подшипника стоит в центре вала. Но я снимаю просто давлением болтов. Вот смотрите. Соосно вот идем. Ну и вот, смотрите, уже расстояние скоро снимется. Вот, смотрите сейчас. Сейчас все быстро слезет. Все идет как по маслу. Вот, смотрите, расстояние, видите, какое уже снимается. Ну, сейчас вал проворачиваю. Я там смазал, там шарик от подшипника в центр вала давит. Все снимается. Штука удобная для делов, как тисочки получается. Вот все снялось, патрон снял. Пожалуйста, сейчас крышечку снимаем. И вот они, наши подшипники. Тоже мокрые. Прошли сутки. И сейчас наш электродвигатель мы прозвоним. Просушили его. Еще вентилятор включал. Туда дул, вовнутрь статора. Ставим сопротивление 200 Ом и начинаем прозванивать после просушки. 9,2. Давайте прозвоним на корпус. Ставим 2000 килоом. Все нормально, этот провод, эта обмотка. Здесь все нормально, ничего не показывает. Вот он. Все в порядке, ничего нет. Все, электродвигатель готов к работе. Можно собирать и работать. Подключил конденсатор 50 микрофарад.
Все тут подключил. Соединение звезда. И запускаем. Крутанем рукой. Маленько не хватает. Ну, видно по движению ротора электродвигатель 3000. 3000 оборотов. Быстро, потому что идет. Да я уже визуально вижу, 3000 оборотов. Вот у меня есть на 100 микрофарад. Вот есть на 100 микрофарад конденсатор. Я его поставлю, он сразу запустит. Это я просто да, ради этого запуска рукой крутанул. Маленько не хватает. Ну давайте еще разок. Ну вот могу. Вот он сейчас пойдет. Чуть-чуть ему не хватает. И все-таки как раз будет. А это 50. Все пошло. Все нормально. Двигатель не греется. Все просушился. Нормально. Спасибо за внимание.